Добрый день, уважаемые друзья! Меня зовут Павел Калиников и мы продолжаем знакомиться с функционалом и интерфейсом университетской библиотеки онлайн. Сегодня мы с вами познакомимся с функционалом поиска. В любой роли университетской библиотеки онлайн поиск работает одинаково, поэтому мы не будем с вами сегодня переходить из одного аккаунта в другой, а просто на примере одного из аккаунтов я вам покажу, как работает поиск. Прежде всего, если не знать, как работает расширенный поиск, можно просто всегда пользоваться поиском обыкновенным, который расположен в верхней части нашего сайта. Давайте введем здесь какое-то слово или словосочетание. Ну, произвольно. Я, например, набираю слово «яблоко». Ну вот, вы видите, я еще не набрал слово, а поисковая строка мне уже предлагает э, какие-то варианты. Во-первых, завершить слово. И во-вторых, предлагают уже каких-то авторов, э, чьи фамилии содержат эти сочетания букв. Ну и также книги, в названиях которых встречается э, это слово. Так что поиск может прекратиться, еще не начавшись. Если сразу вы найдете того автора или ту книжечку, которая вас интересует, вы можете непосредственно перейти по ссылке. Но мы откажемся от этой подсказки и нажмем на кнопочку поиска. Через некоторое время возникает поисковая выдача. Мы видим, что здесь поиск был проведен по названиям, по описаниям книг, по содержанию иногда, вот как здесь вот. И что мы можем делать с, этим, с этой поисковой выдачей? Ну, во-первых, мы можем выбрать нужную нам книжку и сразу начать ее читать. Во-вторых, мы можем выбрать несколько книжек и сохранить их в виде поисковой выборки, нажав на вот эту вот кнопочку. Делать мы это с вами не будем сейчас. Кого интересует вопрос поисковых выборок, у нас по этому поводу уже есть готовый учебный видеоролик. Посмотрите, пожалуйста, его. Ну и также книжку сразу можно добавить в избранное. Например, я эти две книжки помещаю в избранное, а потом из избранного удаляю при необходимости. Но это обычный поиск. Есть еще расширенный поиск. Расширенный поиск, если мы находимся на главной странице, в него можно попасть вот здесь вот по ссылочке расширенный поиск. Либо если поиск уже проведен, то вот это вот дополнительное меню расширенного поиска, оно высвечивается сразу после самого поиска перед результатами поиска. Ну и если мы нажмем на кнопочку «Параметры поиска», то мы увидим, здесь появляется некоторое количество фильтров, которые действуют на наш поиск. Давайте здесь снова введем слово яблоко и посмотрим, как мы можем изменить результаты поиска. Здесь приведены настройки поиска по умолчанию. Как мы видим, в поиск по умолчанию входят инструкции Искать в описании. Это значит, что данное слово или словосочетание будет разыскиваться не только в названиях книг и не только в в именах авторов, но также и в описании, в описании книжки или в аннотации. Давайте попробуем провести поиск не только в описаниях, но и по всем текстам книг. Мы увидим, что сейчас наша поисковая выдача изменится. Вот мы видим, что появились книжки. После каждой книжки появляются вот такие поисковые сниппеты, как это называется, да, участки текста с найденным словом или словосочетанием. Ну и мы видим, что найдено гораздо больше книг теперь, потому что слово яблоко было найдено также и внутри э, текстов наших книг. Какие еще настроечки есть? Ну вот давайте попробуем. Да, мы нашли 1064 книжки со словом яблоко. А давайте попробуем теперь поискать в найденном. Снова взводим полнотекстовый поиск и искать в найденном. И вместо яблок набираем слово груша. Давайте попробуем поискать. Мы видим, что список найденных документов сократился с 1000 с лишним до 330. И сейчас мы увидим вот эту вот поисковую выдачу. Ну вот, опять мы видим книжки, в которых были найдены груши. Ну, для того, чтобы убедиться, что это те самые книжки, в которых еще и содержится слово яблоко, уберем галочку искать в найденном и снова поищем по слову груша. Теперь мы видим, что найдена 441 книжка, то есть гораздо больше, чем в предыдущем случае. Какие есть еще варианты поиска? Выдача кратким списком. Давайте попробуем, что это означает. Дождемся результата. Ну вот, теперь мы видим, что результат выдачи гораздо короче в виде краткого названия книги, без снипетов, без обложек и так далее. В случае длинного словосочетания мы можем ввести такую опцию, как «хотя бы одно слово». Это значит, что достаточно найти одно из слов из этого словосочетания, чтобы книга попала в поисковую выдачу. Ну и есть еще такой специфический для учебной литературы выбор. Это книги только с грифом «МО». Соответственно, сюда тогда не будут попадать книги, которые не являются учебниками и не содержат грифа. Далее есть еще ряд фильтров, которыми можно воспользоваться. Первый фильтр – это фильтр по годам. По умолчанию состоят даты с 1980 по нынешний год. Но ну, мы можем поставить, например, какие-нибудь старые книжки поискать. Вот так вот. Давайте попробуем поискать книжки со словом "груша". Вот в дореволюционных книжках ничего не найдено. Ну, давайте поищем по другому слову. По этому слову, должно быть найдено что-то. Да, вот мы увидели, что найдено 38 документов. В основном они принадлежат к издательству «Братьев Гранат». Вот. Если же мы расширим поиск до наших дней, то будет найдено гораздо больше документов. Вот из разных времен. Мы также можем ввести точное имя автора. В этом случае в поиске может ничего не стоять. Наберем здесь, например, фамилию Толстой. Ну, в принципе, сразу у нас появилось несколько подсказок. Но, тем не менее, сделаем просто найти. Ну вот, появились все книжки авторства Толстого. не только Толстого, но и Софьи Толстой и так далее. Всех авторов с этой фамилией. Мы можем выбрать какое-то издательство. Да, можем набрать здесь код ББК книжки. А также есть несколько фильтров, которые выбираются из списка. Это жанр. Например, детская литература, популярная литература, проза, поэзия и так далее. Дисциплина. Здесь список учебных дисциплин. Например, если нам нужны только книжки по анатомии, мы можем сделать это при помощи поиска. Вот так вот. Вот 38 книг по анатомии, принадлежащих вот этому вот периоду времени, названному мы можем здесь видеть. Очистим наш поиск. Мы можем выбрать по разделу каталога. Это тот же самый раздел, который появляется на главной странице нашего сайта. Это рубрикатор. Ну и еще мы можем выбрать по УГСН, то есть по укрупленной группе специальностей и направлений подготовки. Вот, например, какой-нибудь выберем номер реконструкции, реставрация, архитектурного наследия. Вот одна только книжка была найдена. Таким образом, комплексируя наш поиск и ряд фильтров, мы можем точно подогнать поиск под необходимые нам параметры и произвести его с наибольшей точностью. Ну и последнее, что я вам хотел сказать про поиск, это если в поисковой строке что-то набрано, ну давайте наберем тоже слово яблоко, то есть возможность искать не в университетской библиотеке онлайн, а по правовым сайтам, таким как Консультант или гарант. Просто нажимаем на соответствующую ссылку и открывается соответствующий сайт со сниппетами, с документами, в которых были перечислены эти слова. Ну вот, можем дальше перейти на какое-то постановление или на какой-то закон. И то же самое с сайтом гаранта. Ну вот, на сайте гаранта тоже нашлось что-то со словом яблоко. Ну что, на этом мы э, с вами закончили знакомство с функционалом поиска. Поиск ⁇ это один из самых простых способов найти необходимую вам книгу в университетской библиотеке онлайн. И я рекомендую вам пользоваться поиском в большинстве случаев. Спасибо за внимание. Встретимся в новых учебных роликах.